Доброго времени суток, с вами Эдхо. И сегодня мы играем в новоиспеченную FIFA 18. Ну и уже по традиции из FIFA в FIFA я буду, как обычно, играть за футбольный клуб Барселона. Поехали. Ну и давайте порадуем мистера Эдхо лайками. Давайте наберем 30 лайков и выйдет следующая серия. Делитесь этим видео с друзьями. В этой карьере я вам обещаю очень реалистичные трансферы, развитие молодежи Кантеры Барселонской, кучу всевозможных титулов, различных эмоций, ну и очень-очень много всего интересного. Поэтому, пожалуйста, поддержите меня лайками. Сейчас мне как никогда нужна ваша поддержка, потому что после того, как я перестал записывать ролики, какое-то время у меня пошел очень большой спад в активности, то есть лайков стало намного меньше, просмотров стало намного меньше, подписок стало намного меньше. За целый год подписалось лишь около 500 человек. У меня за год могло 5000 набраться, а тут в 10 раз меньше, понимаете? Поэтому сейчас мне очень нужна ваша поддержка, я буду записывать для вас ролики. Ну а мы начинаем, поехали! Играть я буду на мировом классе, все-таки еще не привык к этому уровню сложности, но будем привыкать. Все-таки на профессионале немножко стыдно играть, поэтому с мирового класса начнем, несмотря на результаты на предсезонном турнире. Также я настрою практически реальные группы Лиги Чемпионов, поэтому будет очень интересно сыграть с тем же Ювентусом, с Олимпиакосом, со Спортингом. Я еще не видел, чтобы другие фиферы прям настраивали группы Лиги Чемпионов. Они просто как по дефолту стоит, так и оставили, так и начали играть. Отлично, начинаем. И также я запретил первое трансферное окно, то есть первое трансферное окно мы играем без трансфера, такими же ставами, как есть в реальной жизни. Зимой будет поинтереснее, но я вам обещаю то, что все равно, несмотря на то, что трансферов не будет, первое трансферное окно, все будет очень-очень интересно. Поехали. Выбираем турнир для предсезонного турне, и это будет третий турнир в Америке. Тут у нас Арсенал, Манчестер Юнайтед, Челси, Ювентус. Ну, в первую очередь, выиграть Лигу Чемпионов, выиграть Кубок Испании, выиграть чемпионат. То есть, сделать требл, впрочем говоря, очень хорошая задача, на самом деле, но и очень реалистичная, потому что Барселона, ну, если на данный момент не лучший клуб мира, то один из лучших клубов мира, и вполне логично то, что все три турнира самых главных мы должны выиграть. Давайте взглянем на наш состав. Схема 4-3-3, стандартная схема на самом деле. Ничего такого удивительного нет. Ну, кстати, можно будет потом схему поменять. Например, сделать Месси ложной девяткой. И мы это, кстати, попробуем сделать. Посмотрим, в какой схеме Барса играет лучше. Первый сезон без трансфера. Кстати, на предсезонке у нас всего почему-то 5 замен доступны, а не 7. Вообще, в реальном предсезонке доступно, по-моему, чуть ли не 11 или 12 замен, если я не ошибаюсь. Ну и предлагаю вашему вниманию свой шорт-лист игроков, которых можно купить для Барселоны. Гримальдо, Адама, Верати, Сери, Тиаго, Дибала, Сандро и Каутиньо. Пожалуй, все. По ходу игры мы уже будем искать новых игроков. Возможно, Барселона в реальной жизни будет кем-то интересоваться. Мы также сюда добавим. Или если у вас есть какие-то предложения, самые адекватные предложения, я буду рассматривать и добавлять в этот список. Давай разговор. У нас матч Манчестер Юнайтед. Но я впервые, по-моему, играю за Барселону в этой фифе вообще. Давайте сыграем в домашней форме. И в гостевой сыграет, пожалуй, Манчестер Юнайтед в черной форме. Ну и произведем небольшую ротацию, выставив трех игроков, которые обычно не попадают в основной состав. Это Паулиньо, Силисон и Вермалин. Мой первый официальный матч в карьере за Барселону. Поехали! Форса Барса, Виска Эль Барса, нам нужна сегодня победа. Предсезонное турне. Барселона принимает Манчестер Юнайтед, BC Play Stadium. Попалась нам очень интересная группа с Арсеналом, с Манчестер Юнайтед, с О'Хиггинсом. И матч, ну и с центра поля мы разводим одним игроком, Луисом Суаресом, почти в каждом матче. Форса Барса, Виска Эль Барса, мы приехали, чтобы победить. Нам нужна сегодня победа. Поехали! Иньеста. Иньеста, передача на Месси, Месси. Может зайти в штрафную, отдать на Луиса Суареса. Суарес разворота пробил, непонятно зачем. Но все-таки меня тянет прям к левому флангу, к Усману Дембеле, не знаю почему. Потому что у него обе ноги рабочие, можно сделать хороший прострел, который получится вполне результативным. Паулиньо, Иньеста, Ракитич. Ракитич под рабочую ногу, или наоборот, не рабочей ногой. По-моему, рабочей ногой он ударил, отобрал мяч, но опять же прямо сопернику в ноги. Вермалин. Томас Вермалин. Иван Ракитич на Месси. Месси Суарес. Суарес можно вернуть на Месси, постараться. Отлично сыграно. Месси у Дармиана отбирает мяч. Месси заходит в штрафную. Суарес мячом. Суарес на Дембеле. Не было офсайда ли? Офсайд был. Офсайд был. Да, офсайд был. Дембеле забивает его первый гол за Барса, но с офсайда. Так, это Томас Вермалин. У нас мячом. Отличная передача на Решфорда. Ну, прям Силисона ударил Решфорд, очень слаб. Перик остается с мячом. Вермалин. Вермалин играет очень хорошо. Иньеста. Можно сделать сюда прострел. Иньеста с мячом. Так, назад.
Паулиньо удар. Ой, ёшкин кот. Ну и по нулям пока что после первого тайма. Вермалин опять выиграл вверх. И Паулиньо успевает добраться до мяча. Ну и пока что Вермалин лучший игрок встречи. Это без сарказма абсолютно. Так, Вермалин. Вермалин опять доминирует в воздухе. Семиду. Семиду скинул на Погба. Семиду. Неужели Семиду нам привез настолько сильно, что Погба только вышел на поле и уже успел подебать. Решфорд выиграл вверх. По-моему, Решфорд выиграл вверх, да, и Погба в касание отправил мяч в сторону ворот Барса. 0-1. Дембеле. Дембеле, можно финтануть. Финтануть еще раз. Дембеле пройти в штрафную. Ударит Дембеле. Первый гол за Барсу. Отлично. Олсман Дембеле забивает в первом матче за Барселону. Несмотря на то, что это всего лишь предсезонный турнир, но и забирается у нас на рекламный щит Олсман Дембеле. Паулиньо и Альба также за него очень рады. Отлично, Усман Дембеле. Хороший проход в штрафную. Раз финтанул, два финтанул, и все. Вся команда рада за Дембеле. Все-таки новый 11 номер Барса после Неймара. И вот так вот хорошо прошел. Ну и обе ноги у него рабочие. Уж также огромный плюс. Посмотрим. Вермалин, что он сегодня творит? Все, Вермалин по-любому, скорее всего, следующий матч также пройдет в стартовом составе. Именно в предсезонном турнире Паулиньо. Нет, в этот раз не перехватил. Ну и Вермалин первый раз просел, по-моему, в игре. Это Маркус Решфорд. И опять Семиду не выигрывает вверх. И опять. В этот раз сам Решфорд отправляет. Раз опять у Решфорда не выиграл. И опять. Два раза уже не выиграл у Решфорда. Верховую борьбу Нельсон с Семиду. И эти две ошибки стали ключевые. Манчестер ими воспользовался. 1-2. Поль Погба на этот раз справляет. В общем... Да, и Силисон, мягко говоря, не очень хорошо сыграл. Играть умеет в FIFA так же, как и в жизни. Иньеста, передача на Дембеле. Дембеле, можно оформлять дубль Дембеле. Усман Дембеле оформляет дубль в ворота Манчестер Юнайтед в своем первом матче за Барсу. Месси выиграл верховую борьбу. Иван Ракитич также выиграл ее. Месси опять ее выигрывает. Ракитич можно отправить на Месси. Месси опять выиграет ли? Выиграл. Навес. Усман Дембеле, пора делать хэт-трик. Ну как так-то? Игра так хочет заменить Дембеле, но я поменяю Ньесту на Дениса Суареса. Месси топит по флангу, он это делать умеет. Мы это с вами все знаем. И отличная передача Дембеле. На пустые. Денис Суарес, 3-2. Вот эта передача от Усмана Дембеле. Дембеле, ты лучше, давай, братан, с тобой отпраздную. Да, здесь вот так. И потом просто... Ох, это... Конфеточка. Ну и Денис Суарес просто, несмотря на пафосе, пробил в ближний для себя угол. И 3-2. Денис Суарес только вышел и сразу практически забил гол. Хорошей скорости. И прям в центр поля. Это опять же Денис Суарес. И... Уф, сейчас немножко не повезло совсем. Игра так и хочет заменить Дембеле на Дубауфео, но, по-моему... Ого, Златан Ибрагимович выходит на поле. Вот это да. Так. Денис Суарес бежит. Можно еще отдать на Месси. Дармиан, отлично. Месси слева, идеальная позиция, но нет. Так, Луис Суарес. Ага, Ибра. Ибра как отлично вырезал для Акселя Туанзебе. Туанзебе попадает в перекладину. Это же центральный защитник Туанзебе. Чего он потерялся здесь? Дембеле. Не смог Валенсию перекинуть. Так, Альба. Денис Суарес. Как пафосно опять сыграл. Сейчас будет свисток. Отлично, матч завершен. Дембеле психанул. Не знаю почему, вроде оформил дубль, отдал голевой, лучший игрок матча по-любому. В принципе, команда сыграла неплохо, претензий никому нет, а вот Вермалину действительно представлю шанс в следующем матче. А в следующем матче мы играем с О'Хиггинсом. Да, Денис Суарес просит опять его поставить, давайте Денис Суарес выпустим с первых минут. Матч с О'Хиггинсом сыграют таким составом. Поехали, Форса Барса, Вискаль Барса. Итак, матч предсезонного турне. Чилийский О'Хиггинс встречается с каталонской Барселоной. Поехали, вамос Барса! Вермалин. Неплохо. Гомеш. Ох, Гомеш. Хороший пас. Дубауфео на фланге. Можно остановиться. Подумать. Отдать на Алькасар. Алькасар. Как вратарь сейчас вытащил. Ну и Алькасар, конечно, мог бить не во вратаря. Но он пробил прямо во вратаря. Как мы видим. Вратарь такой. Ох. И отбил. Денис Суарес. Динь. Видит открытого Пако. Совершенно одного открытого Пако. Какая передача, Андре Гомеш, влетает мяч в сетку ворота, Андре Гомеш, вы помните, как он тащил в FIFA 17 у меня, походу и здесь он также будет тащить, лишь жизни Андре Гомеш не тащит. Ой-ой-ой,
Маскирану. Опять же спасает Маскирану. Уф. Разрешает нам играть чуть пожестче, чем можно было бы. Видаль. Дембеле. Так, ух, Денис вернул до Дембеле. Шикарно. Дембеле. Отличная передача на Паку. Паку убегает. Паку, это выход один в один. Давайте уберем. Раз и два. Отлично. Паку Алькасар. Гол плюс голевая. Вамос, Барса. Тут шикарная передача от Дембеле. Опять все тот же Дембеле. Хапако развернулся и просто пробил в дальний угол. Денис, давай, давай, давай. На ДВФЛ запусти. На ДВФЛ запусти. Хорош. ДВФЛ, возвращай на Дениса. Денис, пробивай с этой позиции. Так, Алькасар ожидает. Ожидает он Дениса Суареса. Денис может вернуть на Дембеле. Ему должок вернуть. Ух, как Дембеле постоял. Постоял и резко ударил. Ой-ой-ой-ой-ой. Провал, провал. В моем исполнении. О, один в один, совершенный Ортова Адриан. Шикарный играет голкипер Барселоны. Так, подача от Дениса Суареса, Андре Гомеш пробивал. И сейчас бы дубль оформил, Гомеш было бы хорошо. Но 2-0, 2-0 тоже очень неплохой счет. Втором тайме нужно увеличивать, конечно, преимущество, но... Все хорошо, все по делу, мне все нравится. 7 ударов, 5 створ Дениса. Сложно Дениса Суареса, сейчас мы поменяем. 5, нормально демонстрирует хорошую игру, Бускетс выигрывает вверх. О, как хорошо разыграли. Как хорошо, великолепно, но... Ой-ой-ой-ой, как Вермалин сейчас спас ворота от гола-то. Вау. Ах, да, Адриан Ортова там сходит с ума. И почему не предлагает Вермалина поменять? Вермалин-то хорошо играет, давайте... А, Вермалин у нас устал, вот в чем причина. Давайте все-таки поменяем Видаля на Семиду. Видаля мы посмотрели в деле. Как того же Гомеша. Выход один в один, но... Не тут-то было. Ортова на месте еще и передачу точно дал. Аскирана вверх выиграл. Орда Туран. Да блин, ну, все играют очень хорошо, вы это сами видите. Орда Туран, Орда Туран, Орда Туран наносил удары, как он не забил. Бускетс на замахе тоже хотел ударить. Подумаешь, что игрок стоит 105 лямов. Можно же просто подойти и забрать мяч, правильно? Правильно. Только не в игре с Барсой, пожалуйста. Семиду. Семиду, опа, убрал. Семиду. Дембеле. Отлично. И Усман Дембеле забивает во второй игре подряд. И отличная голевая. От кого? От Нельсона Семиду. Вот от тебя, братан, да. Отлично. Вамос. 1-3. Семиду я ждал, ждал. Кто подает Дембеле в отличной позиции просто. И надеюсь, что он просто в ближний катнет, а он в дальний взял и пробил. Ой, красавчик Дембеле. Так-так-так-так-так. Опасно. Маскирано. Что происходит? Спасли мы как-то каким-то чудом ворота. Сейчас. Ух, и Ортова просто шикарно. Шикарно играет Ортова. Вообще прям. Как же мне нравится, как играет сегодня Ортова. Подвел их надежды, а не наши. Наши ты не подвел. ДВФЛ, как шикарно перекинул для Лео Месси. Ну и до свидания. До свидания, 1-4. Месси забивает первый гол в моей карьере за Барсу. Вамос! Отлично. Ммм, 1-4, по делу, по делу. Мы разгромили соперника. ДВФЛ, кстати, игрок матча, дал он голевую. И очень неплохо действовал. Семиду хорошо сыграл. Ну, в общем, смотрите просто на оценку команды. И... Думаю, вы сами поймете то, что команда абсолютно вся играла хорошо. И даже никто абсолютно не сыграл плохо. Луис Суарес сыграл хуже всех. В итоге 7-0 оценка, да. Ни одного удара даже в створ. Стоп. Ни одного паса не отдал Луис Суарес. Почему им тогда 7-0 дали? Алло. Что-то слишком завышенные оценки дают, по-моему. А сыграя вот по такой схеме, в ложную девятку с Лионелем Месси, ну и дам шанс тем игрокам, которые его заслужили. Адриану Ортова, Паулинью и Пако Алькасару. Пожалуй, эти игроки меня очень-очень удивили в предсезонном турне, поэтому им я предоставлю в сегодняшней игре шанс. А матч против Арсенала, напоминаю, Форса Барса, Вискаль Барса, поехали! Матч с Арсеналом, все на том же стадионе, Барселона, Арсенал.
Итак, давайте пропустим. У нас тут Серхи Роберто, Месси, Пако Алькасар стоят. И Петр Чех на воротах у Арсенала. Очень интересно. Вообще, я бы взглянул на состав Арсенала, но не буду тратить на это особо много времени, потому что это лишь предсезонное турне. Поехали! Форса Барса, Виска Эль Барса. Нам нужна сегодня только победа. Павлиня, Павлиня, Павлиня. Давай, 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 подключайся, Павлиня. Хотя там эта позиция для Семиду, но Павлиня, я хочу именно тобой сыграть. И ты сыграл жестко, Павлиня, братан. На... Вернее, я сыграл жестко, и желтая карточка для Павлини. С риском для себя. Заработать вторую желтую. Алексис. Умтити второй раз забирает уже Алексиса мяч. И... Уф, вот эта позиция куда поопаснее. Прям чуть ли не идеальная позиция для меня, по крайней мере. И для Алексиса Санчеса. Алексис Санчес забивает гол в бывшей команде. Ну, бежит праздновать, так активно бежит праздновать. Еще так радуется, прям кого-то в финале Лиги Чемпионов забил. Боже мой, Алексис, успокойся. С рейтингом 60 может пройти вся команда. Месси с рейтингом 93 не может вообще какой-нибудь Эль-Нени пройти. Оу! Акпом. Ударище перекладина. Семеду. Ух, ракета. Рафинья. Вау, какой прострел на Петра Чеха. Паулиньо. Паулиньо. Ох, вот это хорошо было. Это тоже было очень хорошо. И Месси. Месси в штангу попадает. Что ж ты будешь делать, Маскерано? Отличный. Блин, Серхи Роберто. Ох, как не повезло. Если не лучше. Лучше будет тот, кто сейчас забьет Арсенал. Это я вам гарантирую. Месси. 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 Лео Месси. Ну, мы и так знаем, что он лучше, в принципе. Да? Да. Отлично. Вамос. Ля Казет. Уф, какая передача на Санчеса. Самиду. Не зевай, по-братски. Беге, вы видели, что он сделал? И о, как Арсенал приступает. Владеет мячом-то. Что ж, Барселона ничего не может этим поделать. Вот его Волкот и Жерар Пике. Ну вот смотрите, как можно после такого. Еще и Пике сейчас точно в мысли, прям в ноги. И Дембеле еще с лондонским Арсеналом. Ну и неплохо. Для первых трех матчей две победы, одна ничья. Ох, очень неплохо. И Ортова мне очень понравился. 7-3, 4 сейва. Но все-таки лучше Жерар Пике. Несмотря на эти оценки, для меня лучше Жерар Пике. Никакой там не Лео Месси, который лишь один удар из трех попал в створ. Ну а в следующей серии мы сыграем против лондонского Челси в полуфинале предсезонного кубка. А дальше в финале мы встретимся либо с Ювентусом, либо с Манчестер Юнайтед. Надеюсь, что встретимся с туринцами, потому что с красными дьяволами мы уже играли. 3-2 выиграли в этой же серии. Против Ювентуса будет очень интересно. Там и Буфон, и Дибала. А в Челси тоже интересный игрок Мурата пришел в команду. В общем, команда тоже хорошо обновилась. Челси и Ювентус. Это было бы идеально. Просто идеально. Но следующая серия будет лишь, когда вы наберете 30 лайков. Давайте наберем 30 лайков. Пишем комментарии. Подписываемся на канал, если до сих пор еще не подписаны. Я вообще удивлен, если кто-то еще не подписан на мой канал. Но если вы не подписаны, то, пожалуйста, подпишитесь, ребят. А с вами был, как обычно, Эдхо. Всем удачи, всем пока. Болейте только футболом.